Всем добрый день, в эфире PNFM программа «Гордозор» и мы ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев. Привет! Сегодня мы поговорим про общественные пространства, а точнее про их эволюцию у нас в городе. И отправной точкой послужила публикация в телеграм-канале Бориса Ёлкина о том, что на улице Воеводы Шуйского будет обустроена смотровая площадка. Для тех, кто, может быть, не знает, давно не гулял по Шуйского, эта точка находится практически на перекрестке с улицей Красных Партизан, где открывается вид на Мировский монастырь. Раньше там были гаражи, стояли, как-то, ну не знаю, заросшая была территория. Сейчас ее потихоньку благоустраивают, уже техника там работает. Совсем скоро, может быть, увидим, ну, обновленный скверик. И вот здесь я бы хотел спросить у Николая, как у нашего эксперта. Вот скажи, Николай, ты вот заметил эту эволюцию, потому что еще 15 лет назад многие парки, которые сейчас активно пользуют горожане, они были в каком-то таком состоянии как раз зарослей, где, ну, скорее, это какие-то дикие были пространства, нежели какая-то зона отдыха. Вот здесь чем стали благоустраивать территории? Это пришли новые люди, которые стали этим заниматься, либо деньги нашлись и стали выделять их на такие территории. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Ну, в первую очередь, что с людьми это все-таки связано не совсем правильно, да, то есть люди приходят, уходят, а проблема финансирования — это прям самая большая. Но в данном случае есть национальная программа, в рамках которой и производится обустройство таких вот участков или территорий. Но чуть ранее по этой же программе или по подобным у нас массово ремонтировались проезды, именно вот, как бы называя это, обустройство. Сделали полотно, какие-то парковки. Ну, видимо, все-таки регулятор повлиял на это, сказал, что не надо все-таки, ребята, тратить на это деньги, на это есть другие деньги, давайте делать парки или красивые улицы. Один из таких примеров, конечно, сделан не по этой программе, но просто очень показательный. Это улица Калинина. Там, условно, 15 лет назад, там, что было на ней? Да не было там улицы, да. То есть рельсы там еще лежали, если ты помнишь, такие трамвайные для ТЭЦа, куда там возили-то. Скорее, они были не трамвайные, да. Ну, скорее всего, технологически, да, но я просто так говорю уже, да. По факту, потому что их все думали, что... Я кого не спрашивал, все думали, что это для трамвая, да. По факту, это технологически лежали для доставки угля в ТЭЦ, который там когда-то еще очень давно работала, и улица была так брошена. И после проведения капитального ремонта или реконструкции, по факту, улица все-таки стала более приятной, да, по ней стало, ну, стало больше, да, ходить. Такой. И это вот показательный пример, когда что-то вот из-за очень плохого, брошенного, сделали, и оно, конечно, стало жить. Согласен, может быть, да. И вот, знаешь, я заметил еще какую деталь. Вот если брать пространство, то их сначала там, ну, да, были дикие, там зарос, тут еще финский парк, там еще не пройти было по вот этой набережной. Все было в таком состоянии запущенном достаточно. Потом стали постепенно и набережные у нас реконструировать, и парки потихонечку. Но при этом благоустройство, оно заключалось в том, что меняли дорожное покрытие, ставили фонари, скамейки, если повезет, там урны. На этом, в принципе, все заканчивалось. Это от недостатка фантазии или денег не хватало на какое-то такое более масштабное, интересное? Может, конечно, и от фантазии, и, а может, от, конечно, от поставленной задачи, понимали, что эти деньги, может, пока там регулятор не высказывает свое негодование, тратить на обустройство линейных сооружений, то есть, да, там, на то, что говоришь ты, на парковку, на какой-то там придумывая участок. По факту, я считаю, что это как-то крайне неэффективно, и в этом, ну, не было просто нужды, потому что парковать машины, это, ну, прям вот, я считаю, там, надо все-таки заниматься этим отдельно, да, там, с точки зрения и популяции общественного транспорта, чтобы надо уменьшать частный, но и также надо развивать, куда его ставить. То есть, ну, это не должно быть общественное пространство в виде дворов. А вот пространство именно общественное, куда можно прийти и там поиграть с детьми или, ну, просто насладиться, да, там, местом, да, их у нас мало. Да и сейчас, по сути, я тоже скажу, не так уж много, потому что они, грубо, расположены там максимально в центре, да, то есть надо им сейчас пытаться их разносить еще по
районам, потому что чтобы не было у всех желания скопления там ехать именно в центр, да, там, чтобы попасть в тот, как ты говоришь, финский парк. Ну, кстати, да, вот самое интересное, что раньше это вот такое было, даже у меня в детстве, наверное, как сказать, если устала там играть во дворе, то надо куда-то в город вот выехать, мы так и называли, в город выехать, посмотреть, что там, погулять по финскому парку, да, где там речка есть. Вот. А сейчас при этом, ну, вроде бы стали появляться уже новые парки, это как раз в Борисовичах, это и на Забскове, то есть, в принципе, территория постепенно... Ну, прирастает. Новый парк у Милевки. Ты, кстати, вот был там? Был. Вот как тебе в целом? В целом, хорошо, что сделали, но, как говорится, совершенства нет предела. То есть ты бы что-то еще там добавил? Добавил, может, что-то изменить, потому что там есть вопросы по доступности, по безопасности детских площадок. Это сейчас одна из очень важных проблем, потому что, немножко там забегая вперед, я знаю, у вас тем более был эксперт на эфире, детские площадки — это вообще очень прям сложная тема, потому что многие детские площадки не соответствуют текущим требованиям, я не говорю там уже там каким-то старым. И вообще даже не опасно, да, там история, что около бассейна на улице Калинина, где там ребенок провалился, потому что доски на детской площадке сгнили. И получается, за ними-то не следят. То есть тут очень важно с детскими площадками быть всегда осторожными так, чтобы долговечность самой конструкции она была максимально долго. Да? То есть за ней надо следить, и чтобы ребенок там при возможных там падениях не получал травмы. Ну, насколько я знаю, есть еще специальные как раз, ну, так называемые ГОСТы, да, как должна быть крошка, специальное там резинное покрытие должно быть на площадке. Есть эти ГОСТы, требования, но, как правило, недобросовестные заказчики используют какие-нибудь несоответствующие сертификаты, либо поддельные. Выявлять их могут специалисты, то, что грубо говоря, на бумажке, то, что физически оно не соответствует. Сам, я понимаю, заказчик такое проверить не может, но, к сожалению, он не всегда привлекает специалистов на приемку таких сооружений. Вот так вот. Ну, кстати, вроде бы как раз на Милевке там прорезиненная, и там, в принципе, много зон, то есть это вот совсем детское, что мне вот, кстати, понравилось. Есть, где прям маленькие дети могут на качелях покататься, есть спортивная площадка, это, кстати, не только воркаут, это футбольное, ну, футбольно-баскетбольное поле, где ребята могут побегать, там люди постарше... Не могут. Мне там прям сейчас фактически поступает множество жалоб. Ну-ка, кстати, поподробнее. Окажется, что на Милевке, вот как по... Вот, конечно, на вечернее время там не был, как говорят, почему они не могут попасть на эти площадки? Они закрыты. А закрыты потому, что когда темнеет, там нету освещения. А, то есть... И жильцы, в... да, там прям вот у меня сейчас там условно массовое тут негодование. Мне тоже интересно, как так мы создали объект, но забыв про освещение. Возможно, оно еще не работает или его еще будет доделаться, потому что, повторюсь, я сам в вечернее время не был, но заявки от жителей уже приходят. Ну, будем надеяться, да, что освещение, либо появится освещение, либо как-то эту проблему устранят. Да, а если ты еще начал говорить про, опять же, резиновую крошку, я немножко технически против резиновой крошки, чем песка. То есть ты за песок? Я за песок. Во-первых, песок должен быть специальный, не то, что у нас во дворах. На детской площадке там песок в большинстве случаев не соответствует требованиям. И поэтому, ну, во-первых... прилипает, так скажем, к детям, они его разносят, да, он чуть должен быть другой. Резиновая крошка, она сама опасна, то есть вот эти пластины. Есть очень прекрасный тест в сети интернет, где молодой человек с уровня плеча кидает, ну, сбрасывает арбуз. На резиновой крошке арбуз лопается, а на песке нет. Чтобы ты понимал, то есть... Вроде бы все думают, что резиновая крошка как-то не дефлирует, но принимает часть импульса, да, мягче. Ну, как показывают практика и тесты, все наоборот. Так, ну не знаю, здесь... Я понял, но здесь такой, конечно, интересный момент, потому что песок, это, наверное, с нашими ураганами, насколько он там будет... Песок должен быть правильный, потому что там другие. А правильный песок, он не летает, я не как специалист. Он меньше летает, там меньше выплеваться, с ним должна быть там определенная частица, ну, то есть склейка, скажем так, то есть он совершенно другой должен быть. Но, с другой стороны, если ты говоришь про, опять же, про ураганы...
Или там вот плохую погоду, да, там, когда дождь, сильная, да. Грязь. А, опять же, есть же все-таки требования по трещинам в воде. По песку в целом, по ураганам, если ты имеешь в виду то, что у нас там не так давно был, тут вопрос в целом к грязи. То есть у нас, кроме вот этого песочка с детской площадки, есть других источников песка. Я думаю, я что вот больше в них проблемы, чем вот с детской площадки. Ну, согласен. Просто я вот смотрю на то, что если вдруг ты говоришь, что там кто-то вот доски, да, там ребенок провалился, то есть не занимались, понимаешь, если сейчас даже сделать все очень здорово, если это немножко подзабросить, то точно так же будет либо там грязно, либо как-то еще, и дети, может быть, там просто не захотят бегать в этой там песочной грязи, ну, не знаю, но это мое обывательское мнение, там котики придут, собачки. Котики придут, и многие дети любят поиграть в грязи, ты можешь даже обратить внимание, что и когда грязь на улице, многие дети идут играть в грязи. Ну, я, да, тоже вспоминаю, особенно там всякие вот эти картинки, да, как дети в грязи, и там родители в шоке, но не знаю, такое, конечно. Ну, как бы это, да, это детство, нормальный так, да. Процесс, да, не очень, что в этом страшного такого нет. А вот на резиновые крошки уже так не поиграешь. Но зато, как сказать, будут выращивать сильных детей, да, которые стойки к ударам, а гранитную, да, чуть не сказал, да. Сейчас, резиновую. Ну, не знаю, вообще, кстати, давай вот немножко сейчас так подытожим. Смотри-ка, обычно занимались сначала, ну, в 10-х годах это были крупные парки, сейчас перешли в пространство поменьше. Это потому, что все крупное сделано, и теперь точечно берутся. Либо это не какие-то процессы не взаимосвязанные. Не, процессы не считаю взаимосвязанными, потому что есть множество еще и крупных мест, именно парков, в которых можно заниматься благоустроить. Я думаю, там вопрос, конечно, опять же, финансирование, да, иногда проще разделить на несколько маленьких, чем на один большой, потому что на один большой, может, еще и не хватит. Поэтому проще сделать таких маленьких. Но у тебя таких доступных мест должно быть именно вот и как общественных пространств. Много, да, там одно из самых известных, про которое мы уже много раз говорили, это почему при ремонте того же Советского, или как так его называют, Троицким мостом, не было сделана смотровая площадка на Кремль. И вроде бы в плане конструктива там нельзя сказать, что просто было уникальное. Ну, можно вынести, да, как немножечко, ну, на заряде. Консоль там, да, увеличить. На заряде там чуть-чуть уже более сложнее с наделом. Здесь можно было попроще, да. Но привлекаемость моста, я думаю, что прямо в пешеходном потоке прямо значительно бы увеличилась бы, причем не только с точки зрения туристов, но и с точки зрения местных жителей. Ну, в целом, да, можно было, наверное, подумать. И вот именно такие места, как на Воеводу Шуйского, с обзорными видами на там вот монастырь, да, или вот находить такие места, где вот есть какие-то удобные, красивые, обзорные виды, их, конечно, надо обустраивать в первую очередь. Потому что у нас очень много старых достопримечательностей или сам Кремль. Потому что нужно эти пространства обустраивать, эту территорию. И потом делать уже вследствие, или, наверное, перед, но тут можно чуть поспорить, да, как к ним добраться, да. Ну, кстати, да, вопрос доступности тоже имеет место, да, быть. Но и, в принципе, я, наверное, в заключение скажу, что действительно нужно этим заниматься. И мне вот лично нравится, что становятся не просто вот эти стандартные скамейка, да, и там дорожка пешеходная, а появляются именно скейт-парки, да, где дети могут порезвиться, появляются какие-то места, где могут поиграть в футбол, могут, ну, не только посидеть и там покормить уточек. Вот это очень здорово. Будем надеяться, что в городе будет появляться все больше таких общественных пространств. Это был «Город Азор», Николай Мельков, Александр Елисеев. Всем пока. Пока.